Человечный, порядочный, простой и скромный. Таково мнение большинства о государственном общественном деятеле Бердібекі Сапарбаєві, который всю свою жизнь посвятил развитию страны. Был акимом 5 областей, возглавлял министерство. Дважды с честью отработал на ответственной должности заместителя премьер-министра. Сегодня, снискавший огромное уважение всего общества, неординарная личность отмечает свое 70-летие. Одна особенность, в какой бы области он ни работал, на какой бы должности, простые люди очень любили его. Почему? За его простоту, скромность, за честность. Он всегда говорит, как есть, умеет признавать ошибки. Что меня в нем удивляет – умение слушать. Он не считает унизительным для себя учиться у других. Государственный и общественный деятель Алмагуль Божанова в годы, когда Бердібек Сапарбаєв руководил областью, была акимом одного из районов. Это были непростые 90-е годы, но, по словам Алмагуль Божановой, ключевые проблемы начали находить решение. Секрет успеха – в его деловых качествах, волевом характере и умении правильно подбирать кадры. Для вывода Кызылординской области из этого сложного переходного периода на самые ответственные участки он поставил сильные, мыслящие по рыночному кадры и приступил к решению проблем. Объезжал районы, собирал активы, показывал наиболее эффективные пути к новой жизни. За годы работы на разных постах им реализовано немало крупных проектов. Так, в годы руководства родной областью по его инициативе в 1996 году была создана специальная экономическая зона, которая дала мощный импульс развитию региона. За 3 года область из отстающих вышла в доноры. Объемы инвестиций выросли в 4 раза. Был дан импульс предпринимательству. Создали Кызылординскую СЭС и условия, чтобы ранее уходившие республики налоги оставались в городе. Появились новые здания, улицы, была построена дорога на Аджис-Казган и так далее. И вся эта работа была проделана в очень сложный период при остром дефиците средств. Открытие специальной экономической зоны и реализация множества крупных проектов стали возможными благодаря огромному вкладу Бердібека Машбекулы. Для него всегда на первом месте были нужды людей. Главной его заботой было, чтобы люди своевременно получали зарплату, пенсии и пособия, чтобы в домах были свет, тепло. Патриот своей родины, даже будучи на других должностях, он всегда стремился сделать что-то полезное для области. К примеру, во время работы в Актюбинской Восточно-Казахстанской области инициировал проведение у нас Дней культуры и искусств этих областей, различных деловых встреч. Нас приглашал в эти регионы. Такая замечательная личность сегодня отмечает свой юбилей. От всего сердца поздравляю с 70-летием. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия. Однозначно. Огромный опыт Бердібека Сапарбаєва, его жизненные принципы, подход к делу и человеческие качества – высокий ориентир для ныне работающих на государственной службе. Самат Баймаханов, Акимжан Жолтаев, Бауыржан Хожамуратов, Тулюхан Хожахметов, телеканал «Кызыларда».